Здравствуйте. Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. В центре внимания в эти дни остается бегунья Татьяна Тамашова. Она может стать бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне спустя 3 года после их проведения. Все дело в том, что спортсменка из Турции Астела Птикин лишена золотой медали, которую она завоевала на дистанции 1500 метров. Таким образом, Тамашова, финишировавшая тогда 4-й, должна теперь оказаться на 3-м месте и получить бронзу. Далее конный спорт. Представители Прикамья выступили на чемпионате России по молодым лошадям. Он проходил в Ярославской области. В число призеров соревнований по троеборью удалось войти нашему спортсмену Максиму Вакину на коне «Финт». Наша конно-спортивная пара заняла 3-е место. Есть успехи и в гребле. В Воронеже прошло первенство России среди юношей и девушек не старше 16 лет. Ольга Александрова из Чайковского на каноэ одиночке выступила на дистанции 200 метров и показала лучший результат, завоевав золото. И в завершение хоккея. В эти дни в Перми проходит традиционный предсезонный турнир Кубок Прикамья. Участвуют в нем 4 команды. Молот в первой игре встретился с Курганским Зауральем. Противостояние получилось упорным. В первом периоде соперники уже к 6-й минуте обменялись шайбами. Сначала забили пермяки, отличился Андреянов. Но уже совсем скоро успеха добились и гости, причем сделали это в меньшинстве – 1-1. После этого долгое время ни одной из сторон не удавалось провести результативную атаку, хотя моменты для взятия ворот были. Лишь на последней минуте второго периода молот смог выйти вперед. Шайбу ворота Зауралия отправил Захарчук. В концовке встречи гости заменили вратаря на 6-го полевого игрока, но так и не смогли уйти от поражения. Наши не без труда, но все же выиграли 2-1. Кто ничего не делает, тут не ошибаюсь. У всех есть ошибки, все стараются. Первая победа домашняя на турнире. Было не очень убедительное начало, скомканный период. Но это, может быть, сказывалось волнение ребят. Но все понимали ответственность стартового матча. Но, думаю, болельщикам мы преподнесли приятные минуты своей игры. Старались ребята выполнить всю установку. Ну, многое получилось, но есть вопросы. Добавлю, что помимо Зауралья, соперниками молота в борьбе за трофей являются Южный Урал из Орска и Торпеда из Усть-Каменогорска. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.